Сегодня в нашей стране государство гарантирует гражданам выплату трудовой и социальной пенсии. Для получения первой нужно достигнуть определенного возраста и стажа. Однако по указу президента от 27 сентября 2021 организована программа по страхованию дополнительных накопительных пособий. Заключение договоров проводит страховая компания «Стравита». Новая для Республики Беларусь программа пенсионных накоплений совместно с софинансированием пенсионных накоплений через государство. Данная программа на сегодняшний день очень актуальна среди наших граждан. Все большее количество граждан пытаются вступить в эту программу, хотят вступить. Некоторые, к сожалению, уже опаздывают, потому что в программу могут вступить только те граждане, которым до достижения пенсионного возраста осталось не менее 3 лет. В системе принимает участие 4 стороны – гражданин, работодатель, фонд социальной защиты населения и «Стравита». При оформлении документов клиент сам определяет процент от зарплаты, который будет переходить в счет накопительной пенсии. В свою очередь, работодатель также отчисляет от 1 до 3 пунктов в страховую. Вместе с тем, взносы 2 сторон в ФСЗН продолжают вноситься на прежнем уровне. Указом предусмотрено, что все денежные средства будут выплачиваться равными долями либо в течение 5, либо в течение 10 лет. Вот этот срок выбирает сам гражданин при заключении договора страхования. Единовременная выплата предусмотрена только в 2 случаях. Это установление инвалидности 1-й либо 2-й группы в течение срока действия договора, либо уход из жизни, тогда наследникам «Стравита» также будет выплачивать единовременный выплат. Предложение белорусам интересно уже сегодня. На 1 июня накопительные пенсии открыли свыше 20 тысяч человек. Статистика уверяет, к программе чаще присоединяются женщины – около 70% от всего количества. Сроки выплат предпочитают нерастянутые – от 6 до 10 лет. С течением времени желающих становится все больше и больше. Я думаю, что данный вид страхования – дает возможность потом в будущем какой-то дополнительной стабильности, гарантии и самодостаточности. Это человек, который любит быть независимым, поэтому надеюсь, что вот в то время, когда настанет время свободы от работы, это будет возможность для того, чтобы путешествовать, для новых каких-то возможностей, открытий, событий. Возможность позаботиться о будущем есть уже сегодня. Перечисляя небольшой процент заработка, можно обеспечить дополнительные гарантии счастливого отдыха на пенсии. К тому же, суммы и сроки клиент может определить сам. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.